фактически у нас 1 000 000 останется, ну, 3-4 дня работы. Ну, я ночью во сне вижу 8200. Действительно, во сне. Во сне вижу 8200. Почему-то у меня вот, если 8200, то это будет хороший год для села. 26,6. 800 это и 8200 это 9 000 000 тонн. И плюс, да? Мы рассчитываем побольше, 2 миллиона. 2, ну тогда вообще супер. Мы выходим на 11 000 000, это то, что я говорю, мы должны иметь каждый год. Это первый этап, 11. Но дальше уже будем видеть от производства.